Предварительное голосование партии «Единая Россия» продолжается. Щелковцы с самого утра приходят на счетные участки, чтобы отдать голос за кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Напомним, что в этом году сделать свой выбор можно как в онлайн-формате, старт которому был дан 24 мая, так и в очном режиме. В воскресный день свою работу начали участковые счетные комиссии. Участки открылись ровно в 8:00. Принял участие в предварительном голосовании депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Отдать голос за кандидатов он пришел на счетный участок, расположенный в Монинском доме офицеров. Я решил, что приду, проголосую очно, заодно посмотреть ту обстановку, которая здесь на участке, здесь я зарегистрирован, поэтому все организовано, как и на обычных выборах. Выборы в Госдуму и Мособлдуму состоятся уже в сентябре этого года.